Доброе утро! Сегодня уже 20 февраля. Дорогие друзья, мне нравится двигаться вместе с вами в чтении Слово Божье, изучение этого, этого прекрасного наставления от Бога. Знаете, я хочу зачитать вам сегодня 2 Тимофея 3:16. Все писание Богодохновенно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Удивительно, что Слово Божье, оно наставляет нас. И это время, когда мы изучаем его, когда оно действует в нашу жизнь, когда она изменяет нас. До сих пор мы говорили, что Слово Божье является хлебом а насущным, является водой для очищения. А, и я хочу спросить вас, кто-то когда-нибудь из вас делал исследование, сколько человек может жить без хлеба? Люди примерно говорят, от 40 до 80 дней можно прожить человеку без хлеба. А без воды? примерно от 4 до 12. Мой большой вопрос будет к вам. А сколько можно прожить без воздуха? Интересно, правда? Я верю, что очень важно понимать, что мы с вами нуждаемся в Боге и Его Слове как в воздухе. Однажды, когда будучи ребенком, я ходил к бабушке, и мы с пацанами ходили на пруд. Там мы ныряли там мы делали заплывы, мы тренировались и пытались друг друга победить в каких-то гонках, как проплыть под водой с затяжным дыханием. И я помню, что мы добивались таких результатов, которые примерно до трех минут мы могли делать задержку воздуха и находясь под водой. Сегодня я, наверное, не уверен, что я бы и несколько минут продержался под водой без задержки этого воздуха тренировка. И знаете, для многих из нас Слово Божье должно быть этим воздухом. Это воздух, который дает нам Господь. Смотрите, корень греческого слова «вдохновенно» в этом писании 2 Тимофея 3,16 означает «дыхание». Божье дыхание. Другими словами, что Слово Божье, оно дыхание его. Дыханием. И это очень важный момент, потому что уже в откровении э, таком о возраст, э, восстановлении Израиля есть нечто особенное. Иезекииль начинает говорить слово, которое Господь его побуждает. В 37 главе, очень известная глава из Танаха, мы видим, что Бог говорит к Иезекиилю и показывает ему долину, наполненную сухими костями кости, которые представляли Израиль. И чтобы э, произошло что-то особенное, чудо, Бог говорит э, к, э, к Иезекиилю, пророчествуй, произреки слово. И дальше, так говорит Господь Бог костям сим, вот я веду дух в вас и оживете. Он ведет дух свой, дыхание своего слова, и вы оживете. То есть, другими словами, он высвободит слово, которое будет дыханием, и они соберутся, эти кости. И заметьте, что в это время происходит нечто, когда Иезекииль пророчествует, он говорит, и шум начинает собирать эти кости треском, эти кости собираются вместе, и на них вырастает плоть, жилы. Что-то особенное, невероятное. Интересно, сколько людей сегодня нуждаются, чтобы ожить. Сколько нуждается мы, чтобы пришли движения движение нашей кости. Плоть наша, возвращение. Но что интересно, что все это было. В этом проческом слове все появилось. Кости срослись, жилы появились, появились мышцы и кожа. Но они были безмертвы им нужен был дух. Тогда сказал он мне, из реки пророчества духу, из реки пророчества сын человеческий, скажи духу, так говорит Господь, от четырех ветров приди, дух, дохни на эти убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он поверил мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма-весьма великое полчаси. Когда эти Кости оделись в плоть и Дух Божий вошел в их жизнь, их, в их состояние. Они ожили и они поднялись и стали армией, армией Бога. Хочу тебе сегодня сказать, если Божье дыхание, Божье дыхание Его Слова, которое подняло целую армию, оно сделало невероятно. Может ли это слово сегодня поднять тебя? Я уверен, что да. Сегодня это слово от Бога, которое ты читаешь из Танаха, которое дает тебе силы и надежду, даст тебе и победу, и поднимет тебя на твои ноги. Сделай вдох, напитай свой дух Словом Божьим, и ты увидишь, как силен Бог, который хочет поднять тебя на твои ноги. Я хотел бы за вас помолиться. Авина Твое Слово очень сильно, оно поднимает мертвых. Пускай и это, в это утро мы почувствуем, что без Твоего Слова мы не можем дальше двигаться. Господь, наполни наш разум, дух, наше тело Твоим Словом, и мы оживем и станем великой армией, армией Господа и Спасителя нашего. Господь, оживи нас Своим Словом во имя Ишуа Мессии. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Мы всегда будем рады помолиться за вас. Писание говорит о том, чтобы мы носили времена друг друга. Молитесь друг за друга. Друзья, я знаю, что, может быть, вы посылаете молитвенные просьбы многим служениям, или же пасторам, или общинам, где бы вы ни были. Мы тоже можем помолиться за вас. И, пожалуйста, присылайте ваши просьбы по адресу, которая будет у вас на экранах вашего монитора. Пускай Бог благословит вас, и мы обязательно за них помолимся.